Но на них действительно очень мало мяса. То есть вот я отрезал, да, здесь, я думаю, вот это вот мясное. Вот по виду смотришь, оно как будто бы просто кусок сырой свинины. Вот честно. Если бы мне просто отрезали вот так кусок без вот этого, я бы подумал, что это кусок сырой свинины. Всем привет, это Папа Мама Влог, и сегодня мы расскажем о заказе мясных продуктов из московского, ну, можно сказать, с завода заказ, да, но из интернет-магазина, который от этого завода. У нас на самом деле есть очень много, да, всяких вот таких комбинатов мясоперерабатывающих. Останкинский, Отрадненский. Ну и вот один из них, это Мясницкий ряд называется. Тоже завод мясоперерабатывающий, который делает колбасу. Находится он, Ален, не помнишь где? В общем, ну это не столь важно. В общем, эти товары, они должны быть напрямую из завода. То есть магазин при заводе, и он отсылает. Вы, скорее всего, часто видели магазины Мясницкого. Да, магазины Мясницкий ряд, они много где, допустим, по Москве они много есть, но на самом деле товары Мясницкий ряд поставляют, насколько я знаю, тоже по всей России. Вот, то есть они есть везде. Давайте посмотрим, что мы заказали. Расскажу среднюю сумму, какая у нас сумма получилась. То есть там также есть и промокод, мы его тоже опубликуем внизу, подпишем, который у них есть на первый заказ. Ну, давайте смотреть, что они привезли вообще. То есть вот этот пакет нам получился 2500. Привозят они вот такую вот. Это говядина сыровяленая, категория А. Чтобы было лучше видно. Вот такие. Но потом я это все разрежу, попробую, расскажу вам вкус, покажу, как это изнутри выглядит получится. Это ребрышки свиные оригинальные. Тоже охлажденные, не копчено-вареные. Их тоже две, да, пачки привезли. Две пачки вот такие ребрышек. Но на самом деле пакетики мне не очень нравятся, как они выглядят. То есть это прям какие-то ужастики такие. Наверное, в магазине бы я такой пакетик бы не взял. Вот. Это балык свиной. Он идет тоже сырокопченый. Такой балык. С салом даже здесь немножко жирком. Это сырокопченая карпаччо из курицы. Я когда заказывал, на самом деле ожидал, что оно будет более подкопченое, такое, прям, ну, по суше немножко. И я ожидал, что его будет больше. Вот, но его привезли всего две штучки. То, что было больше по весу, чем положено, мы заказывали балык полкилограмма. Они позвонили утром и согласовывали, что будет вес килограмм. Либо предложили не в заводской упаковке, а в отдельной, уже развакуумированной. Говорит, мы отрежем и будет, ну, так. Но мы решили оставить в заводской упаковке. Но вот еще минус, как бы у них нельзя заказать меньше килограмма, например, говядины сыровяленой. Да. Но да, при этом, да, как бы они тут стоят двумя пачками. То есть говядина сыровяленая, она прямо на сайте есть, да? То есть на сайте только килограмм, меньше заказать нельзя. Но прислали две пачки. То есть нам, по сути, две пачки, да, особо и не нужны. Нам, на самом деле, попробовать бы хватило бы вот такой вот. Тут сколько? 370 грамм. Мне бы его так хватило. Лучше, ну, карпаччо заказали. Ну хотя по вкусу посмотрим. Вкус еще может быть будет другой. И еще нам привезли. Это копчено-вареное филе грудки куриной. Ну, это обычная копченая курица. Мы заказывали килограмм, то есть привезли вот две такие пачки. Вот. Мясницкий ряд и значок вот, как бы, вот такой, вот так он выглядит. Вот такая курица. Вот. Ну и карпаччо тоже поближе покажу. Не показал сразу, тоже как филе грудки. Курицу мы заказали вот такую, она должна очень хорошо быть вот для роллов. Мы обычно заказываем во Вкусвилле копченую полутушку. Ее приходится обдирать от костей, а это уже готовое, это чисто мясо. Ну что, давайте пробовать, посмотрим, как на вкус, что это за Мясницкий ряд. Мы на самом деле у них из всего брали только, по-моему, пару раз. Один раз мы брали копченые крылышки, один раз мы брали какую-то ветчину. Но все вроде как было неплохое. Так, в магазинах они очень много в перекрестке. На перекресток, так как мы ходим редко, поэтому мы больше колбасы, ну, немножко другие берем. Ну и мы, в принципе, берем больше в мясной. А я еще хочу добавить по доставке. Доставщик позвонил сегодня за полчаса до приезда. У них можно оплатить картой, не только наличными, с терминалом он приехал. Вот, ну, все рассказал, в принципе, сумму пробил, дал посмотреть, что в пакете. И как бы, ну, курьеры вполне у них как-то нормально. Давайте смотреть, буду показывать уже теперь поближе. Смотрим, да, то есть пачка, я сказал уже, пачка мне прям не понравилась, она прям вся такая, какая-то грязненькая такая. Ну, это, видимо, жир, сало и вот чернота какая-то вот самих уже ребрышек.
Ребрышки выглядят вот так. То есть коптятся они не пластины, как мы обычно, как мы привыкли, что когда пластинка такой, их вот сворачивают, видите, веревочки, коптят, видимо, вот так вот уже на веревке. Эти ребрышки очень хорошо, мне кажется, подойдут, если варить какую-нибудь солянку. То есть в них есть и кости, и копчености. Это прям должно быть очень хорошо. Мясо на них есть. Мяса немало. Внутри они вот такие, тут немножко даже холодец весь есть. Ну, то есть явно коптятся они вот так целиком. Давайте отрежу кусок. А, нет, здесь тоже косточка. Два ребра. То есть мяса тут не так много. Давайте вот здесь, чтобы попробовать. Отрезал вот такой кусочек небольшой. Ну, с жирком. Ну, что сказать. Вот этот закопченный кусочек, он прокопченный хорошо. Копченость вкусная. То есть это не какой-то, допустим, там просто добавка ароматного дыма. Она хорошая, вкусные ребрышки. Любят ребрышки, такие подойдут. Но на них действительно очень мало мяса. То есть вот я отрезал, да, здесь я думал, вот это вот мясное. А это тоже косточка оказалась. Вот. Ну так по грызик или на солянку подойдут. Но они достаточно дешево стоят. Они стоят в районе 200 рублей. Думаю, на сайте вы у них можете посмотреть, найти и глянуть. Ну, в целом, вкус хороший. Вот у этих ребрышек мне понравился. Так, ребрышки кладем в сторону. Вот такая же пачка. Ну, а вот здесь курица. Давайте курицу и посмотрим. Такой кусочек, прокопченный со всех сторон, в принципе. Давайте отрежем, посмотрим, что внутри. На срезе она вот такая. Не, вот обычно бывает, еще вот такую грудку возьмешь, и в ней видно проколы такие кровяные. Как мне кажется и думается всегда, что это, наверное, курицу колят чем-то. Ну, вот здесь их не видно. Вот такое мясо. Ну. Хорошая копченая курица. Обычная хорошая куриная грудка. Да, тут, ну, мне тоже понравилось. Тоже пятерочка за это. За ребрышки, наверное, четверочка, потому что мяса мало. А вот за грудку, за это можно пятерочку поставить. Вкусненько. Смотрим карпаччо. Вот карпаччо мне тоже сразу с виду не очень понравилось. Сейчас давайте достанем. Вот оно. Оно совсем не засушенное. Как я уже говорил, я люблю больше, когда с карпаччо оно прям сухое. Ну, запах обычной специи. Давайте разрезаем. Вот смотрите, вот такое карпаччо. То есть оно прям совсем мягкое. Вот такое. Вот. Я такое карпаччо не шибко люблю, потому что мне больше кажется, когда его подсушат, оно более готово. Все равно как бы сырая курица, это не сырая говядина. Оно плохо промаринованное. Карпаччо на троечку. То есть внутри оно отдает привкусом сырой курицы. Вообще, по мне, я покажу вам. Все равно края есть, эти вот сухие. Давайте покажу, как примерно я себе представляю. То есть я представляю себе, что карпаччо должно быть вот такое, тверденькое, хорошее. Это карпаччо точно промариновано, это карпаччо точно должен быть вкусный кусочек. Вот его приятно кушать. То есть если бы вот они это делали, вот до конца. Но! Для мясозавода это, скорее всего, минус, потому что в плане сделать такое по суше карпаччо полностью, потому что оно теряет вес. Оно же, насколько я знаю, как оно так вялится, и оно будет терять вес. Но в данный момент на это троечка. Давайте посмотрим балык, которого нам привезли на 0,5 килограмма больше, чем мы ожидали. Все остальное, кстати, тоже привезли побольше немножко. Там 100 грамм, там 100 грамм, там 100 грамм. И мы изначально на сумму заказали на 2000, а вышло в итоге 2,5 с учетом скидки. Также там есть карта, она на сайте прописана, биржа. Биржа вкусов, кажется, называется. Сейчас я скажу сейчас точно, как она называется. Да, карта называется биржа вкусов. При регистрации на сайте вы указываете свою электронную почту, и вам приходит 100 бонусных рублей. Их также спишут при первом заказе. То есть у нас была скидка, получается,
100 рублей за первый заказ. Это именно за регистрацию, то, что мы указали электронную почту. И была скидка по промокоду, который мы укажем ниже, 10% на всю сумму. А также по акции, как раз был Балык, у него была акция скидка, тоже в районе 15%, это на самом сайте. И вместо 500 рублей 390 стоили вот эти вот курицы, куриные грудки. Вот они прям хорошие, мне понравились. Обычно курица копченая во Вкусвилле в районе 400 тоже стоит. Но там с костями, вы сами понимаете. То есть там отходов больше половины. Ну, меньше, наверное, конечно, половины, я уж так сказал. Но много. Давайте отрезаем Балык, смотрим. Это свинина. В таком виде. Она такая сыроватая на вид. Запах очень вкусный. Чем-то похож на карпаччо. Но вот он лучше. По запаху он лучше. Ну и пробуем на вкус. Ну, оно неплохое на вкус. По виду смотришь, оно как будто бы просто кусок сырой свинины. Вот честно. Если бы мне просто отрезали вот так кусок без вот этого, я бы подумал, что это кусок сырой свинины. Но на вкус она неплохая. Может быть, на свою цену она не тянет, но она неплохая. И последнее, посмотрим, вот эту вот говядину, которую можно было заказать меньше, но на сайте меньше заказать нельзя. Смотрим. Ну, говядинка, конечно, красивая. То есть она вся в специях. Надеюсь, вам видно, передается все вот это. Запах такой, знаете... Кетчуп раньше был Балтимор цыганский. Вот чем-то похож. Тут горчичка, видимо, это. И томаты. Такая пряность. Ну, посмотрим, разрежем, посмотрим, что внутри. Внутри говядинка вот такая. Сыровяленая. Присутствует жирок. Ну, это тоже на любителя, на самом деле. Я ожидал, что она будет целиком. На сайте фотография вот этой вот говядины, она очень сильно отличается. То есть там совершенно другого вида лежит. И я ожидал изначально тоже совершенно другое. Я ожидал что-то вроде бриазолы, наверное. Ну, посмотрим, попробуем сейчас на вкус, как это. Получается, эта говядина, она самая дорогая из всего. У нее цена за килограмм 1000 рублей. У Балыка цена была 600, 400, 700. Это цены за килограмм. И ребрышки стоили 250 рублей за килограмм. То есть вот эта говядина самая дорогая. Попробуем. О! Я даже сказать не могу. Говядина мега острая. Она прям очень-очень-очень-очень-очень острая. Как будто бы вот эта вот вся краснота, которая вокруг... Как будто бы она не имеет ни паприки, ни томатов. Как будто это просто все вот прям красный чили перец. Как говорится, калампыр, который... Она очень острая, но она очень вкусная. То есть у нее присутствует вкус копчености. Ее все-таки нужно прям с хлебушком кушать. Класть на хлеб и есть. Ну, либо кто-нибудь может, например, покупать там к пиву, например. Тоже как закусывать. Наверное, будет хорошо она. Но она мега острая. Просто... Прям вот она острейшая. Но из всего купленного своих денег по скидке стоит вот это. На 500 рублей все-таки она немножко не дотягивает. Вот. И своих денег ближе, больше всего, наверное, стоит эта говядина. Потому что, во-первых, килограмм говядины чистый сейчас в магазине в районе 700 рублей. Здесь ее закоптили, она потеряла вес. Ну и плюс добавили вкусов вот этих. Ну вот говядинка мне прям понравилась. Ее взяли не зря, но она мега острая. То есть ее много не съешь, и поэтому надо ее открывать как-то вот с готовностью съедать. По срокам годности, вот смотрите, говядина до 14.02 годна, да? А сегодня у нас 17 сегодня. Изготовлена 2 дня назад она получается. Второй кусочек также. У нас... Балык годен до 7 февраля,
изготовлен 8 января. Карпаччо до 31 января. Но она изготовлена 11-го. Я же попью, не могу, просто говядина что-то там такая. Если у кого какие-то проблемы с желудком, может быть, наверное, говядину вот эту вот все-таки вообще не стоит брать. Она прям потому что, ну вот, она прям острая, острая. Так, самый маленький срок этого карпаччо до 31 января. Получается, курица до 5 февраля изготовлена на вчера. И ребрышки изготовлены позавчера, и годны они до 3 февраля. Но опять же, годны это то, что мы видим на наклейках. Изготовлены это то, что мы видим по наклейкам. В целом продукты свежие. Вот пробуешь, они прям свеженькие, да? Но какие наклейки кто когда приклеил, то есть мы отвечать за завод не можем. Ну, в общем, такой заказ. Промокод, как я уже говорил, мы оставим внизу под видео. Там как раз вот рядом поставите лайк, нажмите на колокольчик, нажмите подписаться, потому что у нас много интересных видео. В целом магазин мне показался неплохим, потому что доставляют реально. Мы вчера заказали в районе 9 вечера, сегодня в 12 или в час уже доставили. Действительно, позвонили, спросили, можно ли вес увеличить, то есть, что увеличится сумма. Действительно, работают все скидки и списываются бонусы. Но балык, который все-таки больше сырой, чем сыровяленый, недокопченая, недосушенная карпаччо, все-таки вот они меня огорчили. Говядина, я сказал, как бы, она очень острая, но она съедобная, она вкусная. Вот. То есть тут уже решать вам, посмотреть, может быть, там какие-то другие позиции есть, которые больше понравятся, потому что у них есть и сардельки, и сосиски, у них есть и сырое мясо. Смотрите. Советовать, рекомендовать, что брать у них мы не будем, потому что это двойственное ощущение от товаров. Но в целом продукт неплохой. Именно по качеству продукции показалось, что вот, ну, мясо натуральное, хорошее. Вот. В общем, повторюсь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, смотрите промокоды, которые помогут вам сэкономить. И смотрите другие наши видео. Это канал Папа Мама Влог. Подписывайтесь.